Я знаю, что свисток, конечно, не для этого предназначен. Ой! Всем привет! С вами Лара Шум. Я исполнила еще одну мечту. А именно это САП. Я так хотела покататься на САПе, и я ее исполнила не в Москве, а на Клязьминском водохранилище. У нас неинтересно ездить. Поездка стоит 1000 рублей. В общем, ни о чем. А здесь... В Клязьмине, смотрите. Вот такая вот прелесть. И еще одна немаловажная прелесть. Сегодня понедельник. И вчера здесь было очень много народа, и очень много вот здесь вот было разных плавающих средств, так сказать, да, от катеров до сабов и так далее. Сегодня вообще никого, я пришла, волны пошли. Но я в жилетке. Мне дали 5-минутный инструктаж, и я теперь просто могу вставать, пока боюсь, пробовала. Немножко страшновато. И я хочу сказать, друзья мои, не жалейте денег на исполнение своих мечт. Даже, вернее, не так. Если вы действительно чего-то хотите, это обязательно придет к вам. И на это не жалко будет тратить деньги. Я счастлива. Я абсолютно счастлива. Жить, чтобы верить своей мечте. Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте. Перед выходом нового солнца мы светим лучами других орбит. И пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.